Всем привет! Меня зовут Алина. Я поздравляю вас всех с наступившим Новым годом. Сегодня обзор на несколько тайских кремов. Натуральный ночной крем с куркумой и перилой. Ночной запахом пахнет куркумой. Никаких отдушек или ароматизаторов в креме нет. Очень экономичный расход. На зону лица, шеи, декольте достаточно всего пары горошин крема. Поначалу крем немного греет, но это даже приятно. Можно сравнить с эффектом от маски с куркумой яванской, но жжет не так сильно. Эффект быстро прекращается и кожа успокаивается. Эффект от крема виден на утро. Кожа матовая, фарфоровая. Совершенно нет никакой необходимости пользоваться BB-кремом. Я очень довольна результатом использования и советую вам. Дневной защитный крем с черной икрой. Посмотрите только на эту упаковку. Это же драгоценность, это же чистое золото. Крем тестировала моя мама. У нее очень чувствительная кожа, поэтому мы были приятно удивлены, что никакой аллергической реакции не последовало. Кожа посветлела, посвежела и стала, знаете, как будто бы бархатная. Тонкий аромат, следов не оставляет, можно использовать как основу под мейкап. Мама осталась очень довольна этим кремом и просила заказать еще. Натуральный питательный защитный крем Изар. Первое, что мне больше всего понравилось, это такая банка. Она металлическая. Объем вполне устроил. Пахнет очень приятно, цветочно. По консистенции при нанесении напоминает любой увлажняющий дневной крем. Но эффект совершенно другой. Быстро впитывается, не оставляет жирного блеска. Легко и нежно насыщает кожу и устраняет все последствия суровой русской зимы. Из недостатков обнаружила следующее. Во-первых, при нанесении сильно начинает потеть лицо, поступают капельки пота, но это быстро прекращается. А во-вторых, на мой взгляд, запах довольно сильный, но это на любителя. В целом, очень довольна кремом, как раз очень хорошо спасает в нашу суровую русскую зиму с ветром и морозом. Всем советую.